привет всем, уважаемые телезрители. Сегодня хотел крутнуть я немного рулеточки. И посмотреть, прав ли все-таки я или нет по поводу 10X. По крайней мере, первая итерация до того, как немножко ее подкрутили, была совсем не очень. Поэтому давайте сейчас посмотрим. Скручу где-то 15 тысяч торнов, просто нужны звезды немного на новые подарки. Вот, поэтому давайте посмотрим. По 2,5, давай. Итак. Фуфло. Ну, есть, то да. Есть неплохо. 2, допустим. 2. Так, 2, 4. И еще так, опять нифига. Еще давай на разок. Так, ну что-то я не очень расстроен этой фигней. Да. 3 волновых фазера. Нет, еще один раз не нравится. 5 рингов, 2 энергетики. Ну ладно. Скажем так, в среднем давайте посчитаем. Получается, что шанс выпадения по уровню примерно равен 20% хороших предметов. Остальные предметы просто фуфло. Нафиг по 10 крутить. Нафиг не буду. Так как рулетка зависит полностью от тайминга по времени, давайте лучше будем крутить по таймингу. Так больше шанс выпадения, по-моему, главного приза. Ладно, всем счастливо. Рулетка в 10X. Фигня. Не крутите 10X.